Сейчас, внимание, розыск. Родные, близкие просят помочь в поиске Андрея Минеева. Челнинец 81-го года рождения. 24 июля в 5 часов утра вышел из дома 45.02 и до сих пор не вернулся. До места работы в районе гаражей за парком Гренада он в тот день тоже не дошел. Его могли также видеть в районе дома 54.12, где 27 июля был зафиксирован сигнал его мобильного. Одет он был в черную толстовку с капюшоном, темные джинсы, синюю футболку, на ногах кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить на номер 987-278-84-63 или же 02.